Всем привет! Сегодня лучшие строители в Майнкрафте будут строить домики за 1 минуту, 5 минут и 10 минут. Давайте начинать. У каждого из вас есть свой квадратик, в котором вы будете строить домики. Давайте приступать к первому раунду, в котором у вас на стройку будет всего лишь 1 минута. Все, минута пошла. Стройте домики за 1 минуту. Что так быстро строите? Минута прошла, и домики за 1 минуту готовы. Давайте начнем с этого домика. Я не успел, я хотел сделать крышу, но времени мало. А что это за дом вообще такой? А тут двери нету, потолка нету. Я не успел, 2 минуты мало, я еще блоки выбирал. Портал. Уничтожать, резать. Вот такой домик за 1 минутку у Кибер Максимки. Без двери, без потолка, без пола, но все-таки... Теперь мы посмотрим этот домик современный. А у меня дом будущего. Он кирпичный, стеклянный, деревянный, кварцевый, какой-то странный, короче. В нем есть окна. Что это такое? Ну, это стандартный дом в Москве за 7 миллионов рублей. Реально. Двери нету, коллекторы вынесли. Окна разбили школьники во дворе. Вот особенно вот эти вот из соседей. Ага. Ну, что стоило ожидать? Ветер такой, хоп, залетел, и оттуда же и вылетел. Только он не залетит. Это, короче, водяная мельница. Да, я не успел. А это водяная мельница, я думал, это домик ведьмы. Это должно было быть водяной мельницей, но я не успел. Ну, минута, блин, Карла, точно. Вот это, короче, огромное колесо, которое крутит воду. Вообще, топ дом. Двери нет. Заходим внутрь и вот так сидим в одном блоке. Да блин, я же говорю, мне мало времени, чем вещи. Ладно, ой. Здорово, значит, это моя гостиница Пень, добро пожаловать. Гостиница Пень? Тут уже мох растет. Это коврик. Да, кстати. Это коврик. Это плесень. Это коврик. Окно несимметрично друг к другу. И чё? Тут хотя бы окно есть, понимаешь? Кстати, домик красивый. Прикольный домик Пень, почему-то. Привет, дождь. Да, это мой домик. Ну, прикольно. А где вход, интересно? Да, вот вход здесь, вход здесь. Ну, потолок. Ну, тут... Да, крутой потолок. Я живу в Москве, могу фото из окна кинуть. Две дырки в потолке, последний писк моды. Двери тоже не нужны. Вентиляция. Да, кстати. Ух, я не могу ничего делать, не ломать, не ставить. В этом доме хотя бы можно спать. О, реально. Тут проветривание X1000. Открытый вид, видно всех соседей. Если кто-то придет резать, то все будет видно. Видно коров, которые... Вот это палатка. Ну, а такие, получается, дома за 1 минуту. У некоторых нет крыши, у некоторых нет двери, у некоторых вообще две дырки в стене. Будете строить дома за 5 минут, они должны получиться в 5 раз круче, в 5 раз эпичнее, и у них хотя бы должна быть дверь. Что, домики будем сносить или... А, вы уже сносите? Да, сносим. Убирайте свои старые домики, сейчас готовьтесь строить домики крутые за 5 минут. Крутые? Ух, ты видел мой дом? Крутые. Я очень... Ты очень круто строишь. Да, у меня вроде лагает все, но... Ладно. 3, 2, 1, 0. 5 минут пошли. Все, давайте, стройте, стройте. Жесткое строительство. Три, два, один. Ой, я сам себя застрелил. Тут уже какой-то город получился. Видите, тут домики. А, кстати, да, 5 минут прошло, домики готовы, и сейчас мы будем их смотреть. Начнем с этого домика, который построил Аркум. А, здрасте. Смотри, сколько народу тебе зашло. И как... Да уйдите с мороза, стоп. Вы тут вместе тут затопили, блин. Внешне дом выглядит неплохо. Здесь есть труба. Тут кровать есть, и еще какая-то комната. А, это не комната. Наверните наверх, вы тут увидите прекраснейший чердак. Печка есть, в ней можно пожарить дерево. Хотя не вот знаю, именно. Что. А что у вас есть? Ну давай сейчас посмотрим, что у других есть. Тут еще есть кровать. Вода, и это очень круто. Тут раз дверь, два дверь, три дверь, четыре дверь. Короче, запасные выходы предусмотрены. Идемте теперь к пингвину. Вот. Блин, где дом? Внешне дом выглядит, в принципе, неплохо. Плохо, плохо. Ух, не смотри на ту часть! Чё там? Не надо! Я не говорю!
ты крышу здесь. Ладно, идемте вперед. Зайдемте в дом. О, здесь есть сундук. Чудесно. Еще ни у кого сундука мы не видели. И кроватка. Дом прекрасный и ваза с камерой. Да, алмазов нету. Когда будете строить домики за 10 минут, я хочу, чтобы у вас в сундуке что-то было. Ладно, пойдемте теперь вот в этот дом, который построил коровочка. Это круглый дом, хотя он не круглый. Ну, короче, он круглый, это круто. И вот, короче, вот так вот. Как зайти в него? А, вот дверь. А, и откройте дверь. Что вы делаете? Что вы творите? Смотрите, хватит. Помогите. Вообще, фопорсал, я сейчас инвентарь... Ой, очищу. Не надо. Все. Просто все, что нужно для жизни. Закройте вы уже эту дверь. Ужас, соки, да, сим. Это иглу, что ли? Это мой домик, он на Северном полюсе находится. Можешь проходить? Я прохожу. Ух, хватит вы трогать эти люки. Это тумбочка. Здесь две кровати. Какая-то странная печка о существовании, которую я не знал. Но та же есть дымопроход. Дымопроход. А тебе кажется, то, что снег расплавится? Да, нет. Так, все нормально будет. А допустим, что у Виглу есть костры. Вот это что такое? Это тумбочка. Тогда давайте ее, пожалуйста, не открывать. Туда это листики, чтобы прятать. Ух, ты туда, кстати, повесишься, ну ладно. Ты потому что берешь вещи и уничтожаешь всех. Я? Нет, не ты. Тебе можно. Слава богу. Прекрасно. Пойдемте в этот дом, а это даже не дом, это... Это однушка в Сибири. Сибири? Смотри, какая хорошая грязь. Честное слово, не с того болота, а с того. Чё? Дальше. Цепь настоящая, железная, из фольги. Это будильник, когда ты просыпаешься, ты бьешься головой и так точно не заснешь. Дайте мне попробовать. Ты заснешь после его удара навсегда, представляешь? На втором этаже много ресурсов. Настоящие ресурсы. Видно, тумбочка, чтобы биться об ней мизинцем, уже почти сломана. Я про наковальник. На зажигалку свечек не хватило. Дальше крыша, качество, обалдеть не встать. Потому что на нее не встанешь, упадешь и не будет. Ну твой дом в Сибири замаскировали под этот, под обычный амбар. Фал-портал поемчик, который тут так норовит всех побить. Плохой ход. У тебя есть друг фал-портал? Да. Убить друг друга. Что происходит? Вообще перестаньте кликать. Тимара, как я ливаю. Они мешают. Чё кто мешает тебе? У меня домик очень простой и навороченный. Здесь половинный печь, ты не будешь сюда смотреть. Ладно. Здесь у нас сундук, и тут две кровати. Двойная кровать, самая крутая, но... Ага. Теперь давай пойдем к твоему соседу. Здорово. Ура. Давай. Короче, я тебе кое-что расскажу. Это супер хай-тек дом. Пошли в него, пошли. Смотри, иди сюда, здесь кровать какая-то скрытная. А зачем кровать прятать? Ну, не знаю, ты дальше. Ладно, пойдем. Вот здесь находится второй этаж, где есть печки, бочки, где можно хранить что-то. Еще одна кровать. И окно, в которое можно смотреть на фа-портал, который так хочет взорвать твой дом. Вы не понимаете. А что это за полки такие? Я такое впервые вижу. Где? Это ступеньки, которые я сначала как полки. Вот так берешь и кидаешь, и все. Вот. Мне такие полки очень нравятся. На второй этаж лучше вообще не подниматься уже. Просто тут какой-то фау-портал и сломал мне дом. Это не я в свой дом взрывал. Он вентиляцию сделал просто. Ладно, все, уходим. Это были все домики за 5 минут, которые вы построили. И сейчас вы будете строить домики за 10 минут. Десять минут прошли, дома готовы, и сейчас мы будем их смотреть. Начнем мы с вот этого дома, который здесь стоит. Арконус, пустишь наш свой дом? Конничива! Ахайо! Хаус ин Японе стайл! Чё? А давай, короче. Да, прикольно, у тебя домик здесь... Такие странные двери, и это очень круто, в которые мы заходим. И здесь у нас есть кроватки, очень странные окна, которые можно открыть. О, окна можно открыть. Для этого как раз надо блокировать окна. Все, пойдемте дальше. Ну, внешне этот дом выглядит вообще клево. Смотрите, это китайская крыша. Японский. Ой, то есть, это да, японская крыша с дыркой по центру.
Ладно, пойдемте дальше. Следующий дом, который мы посмотрим, будет домик вот этот. В общем, это типичная дача родственников любого человека, если у них есть дача. Есть один коврик, молодец, дача второй этаж. Ты сделал коврик, вот молодец. Ладно, пойдем наверх. И в прошлом тоже был. Тут такой красивый балкон, можно, например, плюнуть на крышу Арконуса. Ты что, офигел? Можно еще вот так сделать, смотрите. Ай, ай, горит. Пожар, я упал с балкона. Тут комната забавная, интересная. Где? Тут можно спать, да, вот сюда. А, да. Спать и сразу же готовить себе готовые угли на спину, чтобы делать себе массаж. Прикольно, потому что я не знал об этом. А кто у меня все грибы украл? Кто грибы украл? Там еще у тебя задний двор есть. Да. Клево. Да, дальше в заднем дворе можно делать шашлыки и барбекю. В общем, все по-армянски. Ладно, пойдемте в следующий домик тогда. Пойдемте к нему в гости. Идти? У него двери нету даже. А, давай. У меня вот дверь, во-первых, все. А, это дверь? Прикольно. Так, смотри, первое, чтобы попасть в мой дом, тебе сначала заплатят. Мне нравится такой дом. Это что такое? Это полка, на которой растет цветок. Ой, еще сломали, как обычно, в тайнике. Ага. Тут растут цветы. Тут дом выглядит так красиво, потому что он как будто бы на природе. Вот так он выглядит очень красиво. Такой типа домик на болоте. А, нет, не на болоте, а в крутом прекрасном лесу. Даже есть окно, в котором есть фа-портал. Аркон, у меня к тебе много вопросов. Что ты мне отправил? Следующий домик Кибер Максимки. Ладно, вхожу. О, тут хотя бы двери есть. Это вход только для меня, миллионера Уха. У него есть личная охрана, которому он платит деньги. О, спасибо. Стоп, опять эти крутые полки, даже с цветами. Это очень классно. Туда можно кидать алмазы, не знаю зачем, но они там лежат. О, тут написано «Ух» алмазами, прикольно. В других сундуках еще алмазы, грибы. А, вот кто грибы украл, да? Ну ладно. Блин. Пойдемте на второй этаж. А, как залезть? О, тут смотри, ковер прикольный. Ой, пошли за мной. Скажу честно, прошлый дом был лучше. Из-за того, что ты вышел из этого дома, тебе дают деньги. О, круто. Следующий дом пингвина. И он очень крутой, потому что его строил пингвин. Это 1 лягушка плюс 2 лягушки равно 3 лягушки. Их тут 3. Тут кровать, печка, сундук. Тут ух с костью зачарованный. Зачем-то он кушает косточку, наверное. Ему вкусно. Тут вообще тропическая пальма растет. А тут дерево обычное. И что это за опять палатка у тебя такая из листиков? А, потому что мне было лень. Ну, не лень, а мне было мало думать, чем. Да, напишите в комментариях, чей домик был самым крутым. А потом напишите, что мой домик был самым отстойным. Да, ой. В смысле? Давай, ой. Моя тачка! Это моя машина! Ладно, пойдемте в дом, коробочка. Короче, вот когда вы заходите, вы попадаете на мою прекраснейшую террасу. На вид дом из грязи и какой-то китайский дом. Да он японский. Нет, дом в японском стиле. Неважно. Очень даже важно. Потом, места маловато, есть только кровать, но зато уютненько. Ну, и Максим его не купили, стоит... Ой. Вот тут цветочки есть. Тут моя тачка. Да. У нас остался самый последний дом, который там где-то спрятался, его построил Датумус. Сейчас я думал, он выйдет лучше, я сейчас так себе вышел. Но заходи. Дом из бочка. А зачем сломали? У меня тут мясо готовилось. Оно уже приготовилось. И стекло коричневое какое-то. Понятно. Компенсация вот. И вот такие вот дома получились, получается, за 10 минут. Пишите в комментариях, у кого самый крутой домик получился, как думаете. Конечно же, у меня. Да. На этом это видео заканчивается. Спасибо за участие Максимке, Фалпорталу, Арконусу, Коровочке, Датумсу. Пингвину! Пингвину. И всем пока.